компания впервые народные деньги объявляет акцию 10 на 10 за 10. Переплата всего 1 рубль в день. Народные деньги. Такого еще не было. В Тове завершается подготовка к всеармейскому этапу всероссийского конкурса «Военное ралли», который пройдет на территории республики с 3 по 9 июня. В результате состязаний будет определен лучший экипаж по управлению специальными и грузовыми автомобилями. Команда победителей представит Россию на международном турнире. Во всероссийском этапе будут участвовать 6 команд, в том числе от Центрального, Южного, Западного и Восточного военных округов, Северного флота и воздушно-десантных войск. Ожидается, что в конкурсе примут участие 90 военнослужащих. В настоящее время все они прибыли в республику, проходят медицинские осмотры, готовят технику к ответственным стартам. В состав команды Центрального военного округа входят 6 представителей 55-й отдельной мотострелковой бригады. Так, 3 июня на площади Арата пройдет торжественное открытие мероприятия. На следующий день запланирован первый этап – индивидуальная гонка по первому маршруту. Далее, 5 июня на полигоне 55-й отдельной мотострелковой бригады пройдет огневой этап, где будут задействованы автомобили «Тигр». 6 июня – гонка с преследованием по второму маршруту. От каждой команды участвуют по 4 автомобиля. 8 июня пройдет командная гонка по третьему маршруту. Участвуют все 5 автомобилей команд и 9 июня – торжественное закрытие военного ралли на площади Арата. Отметим, что международный этап конкурса «Военное ралли» пройдет также на территории Тувы с 29 июля по 4 августа текущего года. 14 июня в Кызыле начнутся гидравлические испытания тепловых магистралей, разводящих и внутриквартальных тепловых сетей, подключенных к Кызыльской ТЭЦ. В связи с этим горячее водоснабжение будет отключено на 2 дня. По информации Департамента городского хозяйства мэрии, гидравлические испытания проводятся с целью подготовки к отопительному сезону на 2018-2019 годы. Задачами ежегодного мероприятия являются проверка на прочность оборудования и сварочных швов под давлением, определение величины утечек на всех этапах проведения гидравлических работ, выявление участков тепловых сетей со сверхнормативными утечками. Руководителям управляющих компаний, председателям ТСЖ, обслуживающих многоквартирные жилые дома, а также организациям, подключенным к тепловым сетям АО «Кызыльская ТЭЦ», рекомендуется отключить свои тепловые установки во время проведения гидравлических испытаний во избежание аварийных ситуаций. В Туве заканчивается прием заявок на республиканский конкурс «Молодежный бизнес-проект 2018». Республиканский конкурс проводится с 1 апреля по 30 июля в 3 этапа. Первый этап. Каждый участник конкурса должен заполнить регистрационную форму, приложение к регистрационной форме и подать оформленный бизнес-проект с 1 апреля по 1 июня этого года включительно. Второй этап с 1 по 30 июня. Экспертное жюри проводит анализ и оценку бизнес-проектов, а также утверждает список участников, прошедших финальный этап конкурса. Третий этап – бизнес-проекты, прошедшие финал, представляются на публичную защиту в рамках молодежного образовательного форума «Команда Тувы-2030» до 30 июля 2018 года. Заявки на конкурс принимаются посредством районных многофункциональных центров для бизнеса и многофункционального центра в городе Кызыле. Размер гранта на одного победителя определяется конкурсной комиссией в размере до 300 тысяч рублей. В минувшие дни на аппаратном совещании правительства были подведены итоги недели предпринимательства. Детально разобрали наши успехи и недоработки в формировании условий для занятий бизнесом. В исследовании агентства стратегических инициатив, которое следит за процессами формирования инвестиционного климата в регионах, четко видно, где и в чем отстает республика. Сильно ощущается и дефицит востребованных кадров на рынке труда. По состоянию и качеству дорожной сети у бизнеса есть претензии к власти. Многих не устраивает качество и спектр электронных услуг для предпринимателей, отметил на совещании глава республики. Есть вопросы и к федеральным структурам, в частности, к управлению налоговой службы и кадастровой палате. Всем им необходимо перестраивать свою работу с учетом оценок, выведенных в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Я прошу вас, коллеги, погруженности в эту тему, четкого представления, какими механизмами и формами поддержки вы руководствуетесь в вопросах поддержки малого и среднего бизнеса. Что вы делаете для того, чтобы активизировать свои отрасли, вопросы
предприимчивости, поддержки собственного дела у ваших земляков. Итак, дорогие коллеги, я вам скажу, что вопросы предпринимательства – это не вопросы вот такого между делом занятия нашего. Если мы говорим об инвестиционном климате, то есть о возможности привлечения сюда денег, в том числе государственных денег, это как-никак очень важный интегральный показатель деятельности власти. В июле этого года заработная плата всех работников бюджетной сферы и получателей государственных стипендий будет поступать только на счета, привязанные к карте МИР. Это условие относится только к тем, кто получает выплаты с помощью банковской карты. Тех, кто получал ее наличными или на счет, к которому не привязана ни одна карта, изменения не коснутся. На сегодня в республике из 64 тысяч счетов работников бюджетной сферы и студентов для 99% уже выпущены карты МИР. Однако на руки карты выданы пока только 85%. Еще около 10 тысяч человек должны обратиться в банки и получить свои карты. И о курсах валют. Доллар стоит 62 рубля 64 копейки, евро 72 рубля 53 копейки. Сила гор, магия трав, выносливость морала. Теперь в одном флаконе. Новинка – пантовый бальзам «Сувидей» с уникальным набором витаминов, коллагеном и экстрактами редких тувинских трав. Зарядись энергией. Травы Тувы. Чуйдум 44. Напротив торгового дома «Алексеевский». Еженедельная газета «Тува ТВ» – это всегда свежая и актуальная информация. Программа передач на неделю, тибетские и астрологические гороскопы, множество рубрик на различные темы, все для досуга и развлечений и огромное количество объявлений. Рынок республики в еженедельнике «Тува ТВ». Если объявление, то «Тува ТВ». На основании республиканского закона региональным министерством образования и науки сформирован реестр детских оздоровительных лагерей на текущий год и размещен на официальном сайте ведомства. В летний период запланировано открытие около 200 оздоровительных лагерей с охватом более 19 тысяч детей от 7 до 15 лет. По приобретенным путевкам планируется оздоровить чуть больше 1000 детей. На базе дневных лагерей в течение года будут оздоровлены более 3000 детей. В двух профсоюзных лагерях более 900 детей, в лагерях «Орленок» и «Отчизна» 630 детей. Первые смены загородных лагерей планируется начать с 6 по 15 июня. Первый сезон в дневных лагерях планируют открытие с 1 по 15 июня. Палаточные лагеря планируют работу с 1 июля. Также с 6 июня на базе республиканской школы-интерната на один сезон открывается детский стационарный лагерь «Патриот» с профильной сменой «Юный кадет». В смену формируется 4 отряда. Первые два включают в себя кандидатов, поступающих в Кызыльское президентское кадетское училище, и участники проекта «В каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием». Остальные два отряда будут сформированы с поступающих в Тувинский кадетский корпус. Как отмечают организаторы, в лагере будет организована специальная подготовка кандидатов с привлечением педагога-психолога, учителей русского языка, математики, иностранного языка и физической культуры. В Международный день защиты детей 1 июня в медицинских организациях Тувы состоится подведение конкурса детских рисунков среди детей медицинских работников «Я рисую мир». Возле Республиканского медицинского колледжа состоится спортивное мероприятие и конкурс рисунков на асфальте. Также ко Дню защиты детей для воспитанников дома ребенка проведут экскурсию по городу, который завершится праздничным обедом. В женских консультациях для новоиспеченных родителей пройдут мастер-классы по уходу за новорожденными в центральных районных больницах, межрайонных медицинских центрах и в перинатальном центре будут организованы праздничные выписки новорожденных.
новостям культуры, народные игры, танцы и первый айран. В Красноярске отметили национальные праздники Тувы и Хакасии. За два дня организаторы познакомили жителей и гостей Красноярска с народными праздниками хакасов и тувинцев. Хакасский праздник Тунпайрам посвящен первому кисломолочному напитку – айрану, который считается священным, его нельзя проливать на землю. Тувинский надым – один из главных народных праздников нашей республики. По традиции, в дни надыма состязаются в национальных видах спорта – борьбе хуреш, стрельбе из лука, поднятию камней и народной игре тевек. Отметим, что Красноярский край, Хакасия и Тува тесно связаны многовековой общей историей, переплетены экономическими и культурными связями. Важно сохранять традиции народов, живущих на берегах Енисея, в многонациональной Енисейской Сибири. Безусловно, красивая и упругая кожа – это то, к чему стремятся многие ценители красоты. В современной эстетической косметологии и медицине есть масса процедур, которые помогут избавиться от дряблости, морщин и многих неприятных сюрпризов кожи. Кстати, одной из таких процедур является карбокситерапия, которая проводится в салоне красоты Окинава. Все процедуры, включая карбокситерапию, здесь проводят сертифицированные врачи-дерматологи, в том числе и приезжие из Красноярска. По их словам, эта процедура не инъекционный способ омоложения кожи. Карбокситерапия – это метод применения нескольких масок, благодаря которым стимулируются верхние слои кожи и существенно повышается доставка к ним кислорода. Уникальное действие процедуры основано на действии на коже молекулярного углекислого газа. Для справки, углекислый газ – это важнейший компонент дыхания клеток. В салоне красоты Окинава карбокситерапия является не только прекрасной профилактической и терапевтической процедурой, но и одной из самых результативных процедур мгновенной красоты. По словам врачей-дерматологов, многие посетители салона замечали видимый эффект уже после первой питательной маски. Сразу после процедуры выравнивается тон кожи, уменьшаются воспалительные процессы, появляется здоровый цвет лица, а также проходит лифтинг кожи. Процедура карбокситерапия подходит для любого возраста, любого типа кожи и длится всего 40 минут. Эту процедуру красоты часто проводят перед важными мероприятиями. Записаться на карбокситерапию вы всегда можете по номеру телефона салона красоты Окинава 8 913 351 05 82. И о погоде. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, возможно, гроза. Днем небольшие умеренные дожди, ливни, грозы, возможен град. Местами пыльная буря. В Кызыле переменная облачность, ночью без осадков. Днем небольшой дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, днем порывы до 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10, +12, днем +26, +28.